Это твой костюм на Хэллоуин? Да, это костюм на Хэллоуин, он оранжевый. И еще у меня это футболка скелета. Прикольно, да? Ты реально подготовился к Хэллоуину? Я хочу впечатлить Луи. Он всегда смеется надо мной, что я надеваю на Хэллоуин не то. Так что, йоу, зацени мой хэллоуинский костюм. Он оранжевый, и еще это футболка скелета. Погоди, я не вижу скелета, я вижу полоски. Да, это гейская футболка папайя. Это скелет. Это кости. А это еще кто? Эй! Это наш главный враг, Хазард. Он ждал идеальной возможности. Да, это мой шанс. Мое время. У тебя есть банка Принглс? Вы не видели фильм про Хазарда? Что еще за Хазард? Нет, посмотрим его прямо сейчас! Оу, погоди, это там, где снимался Джейми Фокс? Да, возможно, я не помню, если честно. Нет, ты врешь, Эван. Замолкни. Я не знаю всех, кто там снимался. Я знаю этот твой голос. Я не знаю всех, кто там был. Джейми Фокс играл злодея Хазарда? Итак, как я теперь звучу? Ты звучишь просто тупо. Это точно. Дайте я представлю, дайте я объясню вам, почему Velocity одет именно так, ладно? Стоп, мы не будем смотреть трейлер? Как ты? Трейлер фильма про Хазарда? Ну, кстати, да, я покажу его вам. Разве это не будет проще? Нет, это не объяснит его мотивов. Оу, окей, ладно. Блин, я не знал, что у твоего костюма такая глубокая предыстория, но ладно, погнали. Слушайте, Velocity хотел себе фан-арт, который нам делали давным-давно, когда рисовали наших персонажей. О, мне кажется, это будет жестокая история. Мне уже как-то жалко Velocity. Дай-ка угадаю. Он хотел сделать себе персонажа, и когда он его сделал, ты его жестко забулил. Нет! Первым его персонажем был мим! Тупо мим! Окей, мим. Он еще ходил в таком прикиде? Да, вот в таком. Я смотрю, я тут не единственный, кому понравился этот прикид. Что за... Эй, ты тоже оделся как скелет? В общем, я ему сказал, чувак, это типа... Короче, он просто скопировал Джокера. Знаете же, в GTA есть завод. Типа один из заводов в сюжете. Velocity сказал, что тамошний босс нанял его для выступления. Velocity собирался выступить, но поскользнулся около одного чана с химикатами и упал в него. Сначала он назвал себя химический негатив. Окей, ладно. Чего вы ржете? Это нормальное имя. Мы сказали ему, что это стрёмное имя. И тогда он сказал, стойте, на самом деле его звали Chemical X. И я такой сказал, он что, превратился в вебкам-модель? Да, нет, так стало только хуже. Надо было остановиться на негативе. В общем, он сказал, ну не знаю, он выжил, но он стал злым. Окей, он стал злым из-за химикатов. Боже, Velocity, ты реально думал, что мы настолько продумывали наших персонажей? Да, капец, ты заморочился. Блин, у тебя есть каноничная история и все такое. Я просто слезал все с Арнольда Шварценеггера и все. В общем, из-за того, что он упал в химикаты... Да. Он теперь... Нет, он стал злым, понятно? Мы были там, и Velocity такой говорит, йоу, особенность моего персонажа, он специализируется на коктейлях Молотова, это его любимое оружие. Ладно, окей. Короче, я такой, типа, я обсуждал с ним, как можно разыграть сценки и все такое, а он такой говорит. И тут я такой атакую. И он кидает коктейль Молотова, а деревенщины берут и убивают его. Они достали пушки, настреляли ему в спину, и он умер. И это был конец истории Velocity и его персонажа. В общем, я не знаю, видимо, он все-таки не умер, и теперь его зовут Хазард. Вот история его персонажа. Значит, ты был французским мимом, упал в химикаты и стал злым французским мимом, который любит коктейли Молотова, умер от деревенщины, теперь ты стал таким. Зайдите в Дискорд, я покажу вам демонстрацию экрана. Ты хочешь что-то показать? Да. Окей, погоди, я хочу это увидеть. Я думал, мы будем смотреть трейлер реального фильма. Если честно, это звучало как описание хренового злодея из DC. Я даже пытался загуглить это. Я думал, это какой-то инди-фильм. Классное начало. Это музыка с авторскими правами? Это и есть мим? Как мрачно.
Он убил свою старую натуру! Да уж, теперь он мертв. Почему мы ведем себя так по-гейски? Это лицо! Это был Бэйн! Он вырубил Мук хренам! Мук всегда достается! Он душит меня! Это просто шедевр! Это замечательно! Мне нравится! Было бы неплохо. Мне уже нравится Хазард. Хазард. Это злодей номер один. Итак, джентльмены, добро пожаловать на электрический Хэллоуин. Это неожиданно. Хотите поохотиться на призраков? Да. Хотя нет, я хочу отправиться в хэллоуинский магазин. Окей, о черт, что я сделал? Я что, вышел? Нет, ты пересел на переднее сиденье. Окей, я второй пилот, и мы должны... сменить точку назначения на хэллоуинский магазин и раздобыть крутые костюмы для этой миссии, чтобы убить призраков. Оу, какого хрена? Это же НЛО! НЛО! Где? Оу, чёрт, ты прав! Давай к нему! НЛО! Мы первые, кто заснял его в хорошем качестве. Что ты делаешь? Я ничего не делаю, это оно отключило наш транспорт. Блин, чувак, это как в том фильме, как оно называлось, Луи? Знайки? Нет, Звездные войны. Эу! Какого хрена, оу? Что происходит, парни? Анальное зондирование, да! Нас пятерых найдут с кляпами во рту в позе раком. Йоу, ну почти! Это жесть! Что за чертовщина? Парни, вы в трусах? Да, я в каком-то... Я на ферме. Какого хрена? Они изменили мое лицо! Что? Они изменили мое лицо! Погоди, ты серьезно? Это из-за анального зондирования? Что ж, мы вернулись в начало. Ага! Где, блин, Ногла? Вы замечаете во мне изменения? О, да! Нет! Вы заметили во мне изменения, парни? А я подкачался. Что они сделали со мной? Чувак, это было так сложно сделать себя таким уродливым. Это можно исправить, или я реально буду жаловаться? Попробуй просто сменить свой костюм. Окей, ладно, я попробую. Воу! Да! Скажи прощай этому прекрасному лицу! Зачем ты это сделал? Что? Что я сделал не так? Это реально сработало? Я хотел сказать ему об этом в конце! Что? Я хотел сказать ему позже, пусть бы он походил так! Блин, ну я... Я не знал, что это поможет! Что с моим геймпадом? Почему он постоянно дрочится? Твой геймпад постоянно дрочится? Да, он совсем офонарел. Ау, я знаю почему. Что ты сказал, твой геймпад, что? Что он совсем офонарел? Окей, последнее слово. Офонарел? Да, какой тут корень? Фонарь. Да, а сейчас Хэллоуин. Тыква, фонарь, светильник из тыквы. О, вот он вибрирует, потому что он здесь. А я уж думал, у меня инсульт. Что это за фигня? Какого хрена, чувак? Я купил Xbox Series X ради этого. Смотрите, я теперь мамка Ноглы. Я не понял. Окей, как нам найти этого призрака? Сначала нам нужно посетить еще один магазин. Магазин одежды? Да, то есть нет, амунацию. О, да, хэллоуинское оружие. Что у тебя есть? Зайди в парашюты и потом листай вверх до номера 56. Жесть. А хэллоуинская тачка есть? О, на самом деле есть. Вот так, да, зацени. Где она? О, мой бог, это то, о чем я думаю? Это? Что это за хрень? Это охотников за привидениями? Это как будто дешевая версия охотников. Это версия их машины без авторских прав. Точняк. Погоди, Velocity! Сядь в машину и... Да, сядь в машину со всеми! О нет, призрак! О, да, мы же можем нанести логотип на нее. Нет! О, мы же можем одеться, как чертовые охотники за привидениями. Так ведь? Сначала отвези ее в мастерскую и посмотри, можно ли ее изменить. Значит, мы будем охотниками за привидениями? Да. Нам нужны подтяжки. Давай, сучка, кому ты позвонишь? Я угораю, потому что Нокла сказал, нам нужны подтяжки. Прям как у охотников за привидениями.
Подтяжки! Мы же не братья Марио! Разве? Дайте я загуглю, как они выглядели. Окей, ты прав. И он такой смотрит на картинку Супер Марио, только в другом костюме, и такой, окей, ты прав. Смотрите, парни, это один из охотников за привидениями. Я готов охотиться за привидениями. Походу, мы уже нашли одно привидение. Ew, у наглой волосатая спина! Охотники! Охотники! Ew, у наглой дорожка из волос на спине! Срань господня! Это же настоящая тачка охотников за привидениями! Посмотрите на нее, посмотрите на нее! Ты не мог бы снять эту тупую маску? Я хотел сказать тебе тоже, чертова сова. Итак, джентльмены, пора разобраться с этой призрачной тайной. Потому что мы охотники за привидениями, так ведь, Ногла? Это мы охотники! Ладно, где этот призрак? Это Смегул! Смегул, смотрите! Что? Он пытается меня сбить! Кто это? Это же главный враг Хазарда! Смегл Брюс Уэйн! У него минивэн! Какого черта? Реально, кто это такой? Это Торчок! Он снова пытается убить Хазарда! Ох, черт, он проехался по моей голове, убейте его! А ну вылазь! Засасывайте его, засасывайте! В ловушку! Хазард, нет! Твоя история опять закончилась! Нет! О, боже! Однажды твой арт нарисуют! Здравствуйте, офицеры! У нас тут все под контролем. Мы поймали призрака. Мы охотники за привидениями, если вы не поняли. Это просто фонарик. Я вам не угрожаю. Может, он в этой церкви? О, жутко! Туда можно зайти? Эй, стойте, 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 стойте! Что это, что это, что это? Где? Куда я смотрю? Это игрушка твою за ногу. О, мой бог, это призрак! Это призрак! Это хентай-игрушка. Посмотрите, что я нашел. Что ты нашел? Посмотрите на мое шокированное лицо. Что тебя шокировало? Нечто жуткое. О, мой бог, мы уже видели это. Вот теперь он шокирован! Реально шокирован! Ништяк, чувак! Осталось 4500! Оу, чувак, меня накрыло! О нет, в той конфете было ЛСД! О, это плохо! Нет, не надо! Я не могу бегать! Он в шоке! Раздуплись! Помогло? Это помогло, видишь? Нет, это не помогло! Готово. Он улетел просто идеально. Ты превратил его в призрака, жесть. Давайте найдем его. Срань господня, что это за хрень? Это адская тачка, адская тачка. Что нам с ней делать? Она горит и пытается переехать нас. Что нам с ней делать? Нужно вытащить водителя, или что? Да, давай, давай. Я пытаюсь. Нет, она задавит меня. О боже, нет. Толкай, толкай ее! Почему террорайзер загорелся? А это кто? Это кто? Это призрак, это нападение призрака! Что это за чувак? Какого хрена? Какого хрена? Ловите его в ловушку! Это грабитель, которого отправил в Велосити. Ах, блин. Он приехал на адской тачке? Так что это было? Что за хрень? Почему мы не смогли угнать эту тачку? Что нужно было сделать? Взорвать машину? Здесь где-то... О, он уже нашел его! Да, я знаю, я гений, я гений! Как ты их находишь? Не знаю, я просто увидел ее. О, мой бог! Вау! Что за черт? О, Эван! Что за черт? Почему я собака? Гасите его! Смолите в него тазером! Да! Вот черт! Оу, супер! Оу, что это за звук? Походу, тут пугало. То есть, не пугало, а... Да пофиг на эти тыквы, Брайан. Мне не пофиг, я что-то чую. Может, это Хазард пернул? Стоп, что это? Походу, тут кто-то умер. Это мемориал. Это в честь какого-то разработчика? Походу, это был ребенок, потому что тут плюшевый мишка. Знаете, кто здесь умер? О, нет. Карлос?
Оу, я... Спи спокойно. Оу, я... Это было так... Мы специально поставили эти цветы и табличку ради этого момента. Ракета взорвалась, хотя ты еще не расчехлил РПГ. Парни, садитесь, у нас есть шестиколесная машина. Куда мы отправляемся, за призраком? Да. Думаешь, мы успеем? Мы можем увидеть парочку, если поторопимся. Парни, у нас 2 минуты и 10 секунд. Нет, 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 приземляйся здесь, приземляйся здесь. Прямо тут? Да, прямо тут, прямо тут. Переключитесь на вид от первого лица. Сейчас или когда приземлимся? Когда вылезем. Так будет лучше, от первого лица будет лучше видно. Окей, ладно, ладно, давайте высаживаемся. Включаем вид от первого лица, я жду не дождусь увидеть призрака. Итак, охотники... Оу, я вижу! Что? В смысле, что ты видишь? Я вижу его! Посмотрите на крышу церкви! Оу! Вы тоже видите эту заблудшую душу? Это заблудшая душа! О, мой бог! Это призрак! И что с ним делать? Сфотайте его! Оу, сфотать? Только не подходи, ты спугнешь его! Ништяк! Мы как масленников на максималках! Ага! Мы тут снимаем реально настоящих призраков! Ой-ой-ой! Что это был за шум? Это все, его не надо убивать? Нет, нужно было просто сфотать его! Мы нашли призрака в церкви! Прямо как в Pokemon Go! Это было неплохо. Да, хорошая шутка. Смешно, смешно. Может, сделаем постановочную сцену? Да! Эй, смотри, 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 смотри! Это будет идеально, готов? Посмотри на это! Окей, мне надо смотреть на тыкву? Нет, можешь смотреть на меня, я выйду из-за угла! О мой бог! О мой бог! Это призрак! Это призрак! Это призрак с торчащей морковкой? Это призрак с торчащей морковкой? О мой бог, это просто безумие. Что это было? Ох, блин. Смотрите, парни, это призрак китайца. Какая жуть! Вау, тебе не страшно? Спасибо, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Ты садиться собираешься? Мы ищем призраков в этом DLC. Они могут быть где угодно. О, спасибо, пожалуйста! Вы серьезно верите в призраков? Все валите нахрен от моей церкви! О мой бог! Что это было? Спасибо, пожалуйста! О мой бог! Вы видите это? Вы разозлили призрака китайца коня? Вам лучше убраться отсюда до того, как я закончу говорить. Пожалуйста, убейте меня, потому что я не знаю, что сейчас мне снова сказать. Погоди, я делаю фотку. Брайан, я не могу убить тебя в пассивном режиме. Дурачина. Он так завалился назад, он вывалился из кадра. Я только что видел, как он упал с крыши! Чувак, это было... Это было лучше, чем этот долбанный ивент в игре с призраками. И это печально.